Актера Ефремова, госпитализированного с инсультом, не нашли в больнице. Статья на Евразия Дейли за 12 августа 2020 года. Столичные СМИ сегодня сообщили о том, что в Боткинской больнице не нашли актера Михаила Ефремова, которого накануне доставили туда с подозрением на инсульт прямо с заседания суда. В контактном центре медицинского учреждения подтвердили, что в больнице Ефремова нет. «Данного пациента у нас нет», – подчеркнул оператор контактного центра. Адвокат Ефремова Эльмар Пашаев настаивает, что актер находится в больнице. «Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему», – сказал защитник. Ранее ряд СМИ сообщил, что Ефремов был переведен из нейрореанимации Боткинской больницы в палату. Врачи оценивали его состояние как стабильное средней тяжести, хотя накануне речь шла о тяжелом состоянии, а из зала суда Ефремова выносили в бессознательном состоянии. Как сообщала Евразия Дейли, 11 августа Михаил Ефремов был госпитализирован из зала Пресненского суда до начала слушания дела о смертельном ДТП с его участием. Выносившие актера на руках заявляли, что у него случился инсульт и он находится без сознания. В итоге суд отложил заседание по делу Ефремова на 18 августа. Актера Ефремова, госпитализированного с инсультом, не нашли в больнице. Так как получается, оператор колл-центра отвечает, что такого пациента нет, а адвокат говорит, что он находится в больнице у Ефремова. Странное несоответствие.